Дорогие друзья, всем привет! Сейчас у нас в Brawl Stars карта Паленый Камень, и кем я только сегодня не играл. В основном тут тащат дальники. Но, сука, вот этот чертеныш, который сейчас вы видите на экранах, просто, я не знаю, взрывает всех и вся. Я не понимаю. Буду сейчас менять скины, чтобы было разнообразнее игра. Но на 500+, вот именно все играют воробушками. Блин, это нереально, он держит огромную дистанцию. Сейчас метеориты падают как попало. Короче, самый оптимальный вариант — это играть именно на этом персе. Также, ребят, у нас был недавно батл с Зебраилом, и я проиграл батл. И завтра выйдет ролик, там было у нас желание... проигравшему, точнее наказание, нежелание записать ролик голышом. Завтра этот ролик выйдет, ставь лайк, если ждешь. И также у меня просьба к тем, кто не подписан сейчас и смотрит этот ролик, пожалуйста, подпишитесь. Давайте поможете мне добить миллион, совсем осталось немного, каждая подписка очень важна. Пожалуйста, дружище, подпишись. И также, прежде чем перейдем к теме ролика, ребят, я хотел бы вам порекомендовать канал моего друга CoilTV. Он снимает Brawl Stars, ролики у него выходят очень часто. У него хороший контент, хорошая озвучка, хорошее оформление, я ему настоятельно рекомендую. И у нас с ним спор, он вообще не верит, что на него очень много народу подпишется. Но я-то в вас верю, ребята, подпишитесь, ссылка будет в описании, просто перейдите, давайте ему докажем, что мы армия, что мы просто самая активная аудитория в СНГ. Пожалуйста, не подведите, ссылка будет в описании, я не знаю, сколько мы сможем ему добить, на роликах, конечно, собирается очень много просмотров, ну, 10 тысяч вряд ли, да, хотя если вы захотите, вы все сможете. В общем, давайте попробуем поставить рекорд по переходам и подпискам, ссылка в описании, пацаны, вы у меня самые лучшие, вы у меня рекордсмены. Подписывайтесь, ссылка в описании. Я уже об этом еще раз говорил, еще раз скажу. Хороший контент, правда, зацените и на колокольчик нажимайте. Ну что ж, поехали в бой. Воробушек, опаленный камень. Сделаю переход, давно его не делал. Сейчас, тик, тирик, тик, тик. О, да, о, сейчас, вот, оба, баба! Настроение у меня пушечное, как вы заметили. Фух, ну что ж, поехали. Так, о, все, ну я же говорю, тут одни воробушки играют, одни воробьи, просто петушиные бои сейчас будут. Но самое главное, это сейчас набить ульту и хотя бы, ну, 2-3 камня взять, потому что если будет 1 или 0, то тебя потом, ну, реально истребят. Это будет очень трудно конкурировать, потому что в основном у всех там, ну, такие серьезные, короче, потом будут хпшки, урончик, ну и прочее. Так, оп, пару ты так дал, отлично. Чуть-чуть плюс к ульте. Так, ну все, надо зажимать ниту. Она нам ничего не сделает. У нас хотел я сказать, да? И попал на ее тыку. Ну окей, пацаны в тиме, так в тиме. Окей, давайте будем в тиме. Но я бы вот это ниту убил, серьезно. Оу-о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 у. Нифига себе. Вот это не повезло, конечно, Пока. Он опять ульту набил. В этот раз может не повезти именно мне. Капец, очень страшно сейчас. Блин, зная, что Леон в стелсе. О, он кого-то убил, Пенни убил. Это, знаете, очень страшно. Какая жертва будет следующей? Капец. Стремно, 6 бойцов осталось, хорошо. А сейчас какая-то, конечно, все в разброс. Какие-то юниты. То постоянно, вот недавно играл, одни были воробьи. Ой, тихо. Я случайно, вообще не ожидал. Как хорошо, что это был не я. А ну, попробую его убить. Слушайте, я его могу убить, мне кажется. Нет? Мне кажется, я могу его убить. Я его убил. Нет? Скажите, что я его убил. 300 хп осталось. Зашибись. Давай, Брок, гони его, гони. Я его тут буду встречать. Давай, Брок, зажимаем. Брок, зажимаем эту крысу. Отлично, Брок. Замечательно. Ну, Брок, ну мы же вместе, блин, вроде были друзьями с тобой. Чё ты начинаешь, блин? Ну вот тебе и на. Ну, опа, чпокс. Так, а кто же выиграет, я или он? Леон! Ну, топ-2, плюс 6 кубков. Итак, у меня уже 502 трофея. Неплохо, едем дальше. Я очень редко играю на 500 плюс кубков, но именно этот персонаж, именно на этой карте сейчас тащит. Не знаю, смотря на каких кубках может быть. Ну, блин, вот на данной мете вообще не рекомендуется брать ближников. То есть, ну, Булл, Шелли, все, это до свидания. Это, я не знаю, это как повезет, но шанса очень мало. А что я сдалека дамажу ящик? Все, отлично. Одна баночка уже хотя бы есть. Что у нас тут? Спайк, со спайком Б затимится. Так.
Так, кто у нас там? Старушка Пэм. Ну, давайте будем набивать ульту потихонечку. Вот сейчас какая-то карта в основном... Ой, не карта, а игра... В основном все ПМ, а бывает такое все Бо, бывают все Вороны. Ну, Вороны вот чаще реально встречаются, он очень тут тащит, и я прям кайфую. Главное, чтобы не закрысил спайк, надо держаться немножко подальше. Так, проверяем, тут никого, тут вроде как бы тоже, там как бы вроде тоже. Ну, в принципе, тут безопасно сейчас, хотя должен кто-то тут стоять, неужели... Ага, окей, давай будем вместе, опа, вместе веселей. Не закрысишь, надеюсь, не закрысишь. 8 бойцов осталось. Блин, включил запись, и реально какие-то странные стали соперники подбираться. Ну, то есть до этого реально одни воробьи были. Кого не возьмешь, блин, вороны стаей налетают на тебя и убивают. Думаю, ну-ка возьму я ворона. И на тебе. Ну, все равно я должен затащить. Так, проверяем тут. Кого убили? Так. Держим. Мне бы ульту набить. Хорошо. Тихо, я сказал. Так, ладно, 5 бойцов осталось. О, кто там, кого там не добил? Возьму-ка я эту баночку. Оп, хорошо. Так, у меня 2 банки, 5 бойцов осталось. Смотрите просто. Во-первых, мне нравится то, что он быстро передвигается, у него хорошая дистанция. И он очень хорошо контролирует реально тут всех. Метеориты — это жесть. Бо тоже неплохо заходит тут. Пацаны, мы с вами. Я с вами, алло. Американец. Афро. Да ты дебил. Ты чё? Ну куда? Как так против пернатого-то пошел? Ну это мудозвон. Плюс 2. Ну неважно, победа? Победа. Едем дальше. Честно, хотите верьте, хотите нет, но это очень странный был подбор. Надеюсь, сейчас будет более подходящий, о котором я имел в виду. Вот, на протяжении этого ролика. Поехали. Ну же, давай, это же 500 кубков, что так долго подбирается? Нудятина. Ненавижу подбор. Синий? Разве синий круг под бойцом про супер ульту? А, это же твой противник, он же, да. Все правильно, синий круг. Хорошо. Там в центре очень много банок, но очень опасно идти в центр. Но я пойду. Я люблю опасность. Так. Метеорит. Чпокс. Хорошо. Я надеюсь, тут никого нету. Так. Хотя бы успеть одну баночку. Все, одну успел, уже хорошо. Сейчас, может, успею еще одну. Так, не, лучше уйти. Хотя вот эту баночку возьмем. Так, Пайпер, тихо, не пыли, Пайпер, не пыли. Сейчас самое главное — это контакт наладить, потому что там Пайпер, там Спайк очень плохо. Кстати, опять подбор странный, ну ладно. Спайк, мы вместе же? Да, мы вместе. Опа, тут Спайк, надо его выловить. Тихо, не попались. Тихо. Бля, ну вот это она хочет закрыть, она видно. Я ухожу. Никто не попал. Бля, ну пацаны, ну ёпта, сука. Не, ну пацаны, тут вообще просто трубец был. Снизу Спайк, справа Спайк и Пайпер. Просто вы... Может, это из-за того, что я пошел в гребаный центр. Так всегда бывает. В центр, когда пойду, всегда катка не идет. Там было трудно выбраться. И, сука, я не понимаю, почему на видос... Именно такие соперники. До видоса одни, сука, вот эти петухи бегали. Не фарт. Ну ладно. Сейчас затащу эту каточку и все, и будет четко. Так. Сука, сейчас все просто в центр этот сойдутся, да? Так. Хорошо. Так. Пока никого не вижу, хорошо. А куда только что одна моя тычка улетела? 3 банки, в принципе, неплохо. Так. Опа, убегаем, все, нам 4 банки достаточно. Теперь просто надо убежать. Все, так. Ну, пацаны, давайте, подходите поближе, на вас ульту нафармлю. Так.
Ну ладно, давай. В смысле? В смысле? В смысле? Пайпер, погоди, ты что именно за мной пришла? Чем-то не взлюбила меня, Пайпер. А Джесси красава, не закрысила. Надеюсь, ну я надеюсь, что она не закрысила. Может, она просто очканула. Хотя... Не, ну Пайпер, конечно, опасна для воробья. Или кто он, ворон, он не воробей. А, страшно, блин, еще одна тыка, она меня убьет. А, как страшно, все, ну его нахер. О! Сучка, давай, сейчас тебе на ремни порежу. Давай, давай, Фрэнк, тащи, тащи ее. На-на-на, мразь. Отлично. Все, отлично, отлично. Так, проверяем тут кусты. Никого. Тут никого. Так, нам надо Пайпер убить. Останется три чела. Это Джесси, Фрэнк и я. Оф. Так, сейчас кактус минус. Надо уходить. Так. А, Джесси уже давно нету. Джесси уже давно нету. Ну, тогда будем убивать Фрэнка. Будем убивать Фрэнка. Так, 7 банок. Отлично. Так, Мансим. Надо топ-1, чтобы последняя катка была прям супер. Так, Мансим. Мансим. Опа, 7 банок. Ку-ку, привет, здорово. Ну и что ты мне сделаешь? Пау, последняя тычка. Не, ну пацаны, этот... Уёк тут королёк. Серьезно, тут не поспоришь. Просто вот эта одна катка, блин, очень такая... Было бы уже 510 кубков. Можно было бы его поапать, чисто по приколу. Я никогда не апался 500 и выше. Можно было бы поиграть бы. Но, наверное, не в этот раз и не сегодня. Надо... У меня еще много персов, которых надо... Надо доапать. Вот, смотрите еще сколько вот внизу. Надо их всех проапать, а потом уже буду, конечно, в топы врываться. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал моего знакомого, ссылка на него тоже в описании. Пацаны, не подведите, давайте сделаем рекорд. Я не знаю, сколько подпишется. Я не делаю каких-то там установленных количества подписчиков, но я его уверял, что у меня самая активная аудитория. Пожалуйста, не подведите. Вы у меня такая, самая активная. Спасибо, до новых встреч, увидимся на стриме по ссылке в описании. Переход мой, да? Пока.